Спасатели сняли с балкона третьего этажа 70-летнюю женщину. Пенсионерка соорудила из простыней веревку и попыталась спуститься по ней на улицу. Специалистов экстренной службы вызвали соседи. Спасатели подогнали свой автомобиль прямо под балкон, где стояла отчаянная женщина, и подняли лестницу. Тем временем под окнами уже собралась толпа зевак. Люди о чем-то спорили с пенсионеркой и высказывались по поводу ее душевного состояния. Специалисты с помощью страховки аккуратно спустили пожилую даму по лестнице и передали ее медикам. Объяснить, зачем женщина пыталась спуститься вниз по простыням, она так и не смогла.